Здравствуйте, дорогие друзья! Вот решили сделать обзор стиральной машинки Indesit. Мы уже в наших первоначальных видео с вами делали такой обзор. Вот для профилактики стиральной машины от камня. Потому что так как вода такая вот бывает, в некоторых домах вода нормальная, в некоторых водах вода с камнем идет. Вот. Ну, камень в основном присутствует везде. Вопрос просто, где много, а где мало. Ну вот, подошел опять очередной профилактический день нашей живучей стиральной машины. Вот. И мы опять начинаем профилактику. Значит, что мы делаем? Открываем люк. Вот, обычная наша лимонная кислота. Любимая. Самая простая и недорогая. Открываем один пакет, второй сыпем полностью, второй пакет открываем, второй пакет открываем, засыпаем полностью, все это все выбрасываем. Закрываем люк. Два пакета нам будет вполне достаточно. Вот. Больше я не сую. Я делаю это где-то раз в 3 месяца. Вот в 4. Вот. Но в 4 месяца. 4 месяца проходит. Обязательно всегда делаю. Вот. Резинки, как говорится, у меня все нормальные. Ничего нигде не про это. Не прожгло этой кислотой. Вот. Тен нормальный, туда еще не лазили, не меняли его. Вот. Мы этим процессом пользуемся, как говорится, давно. Нам очень нравится. Вот. Ну, рекомендуем, конечно. Но если кто-то не хочет убивать свои, так скажем, как некоторые говорят, что машинки вы убиваете. Да ничего мы не убиваем. Раз в 4 месяца сделать такую профилактику. Вот. Не покупать всякую химию, вот, допустим. И всегда это есть на кухне, у любой хозяйки, как говорится. Даже нам и так советовал мастер один, говорит, зачем покупать химию, когда можно вот так сделать. Вот. Ничего в этом плохого мы не видим. Машинка до сих пор служит и радует нас. Так что пользуйтесь нашим советом. Вот. Ну, если кто-то не хочет... Еще раз повторяюсь, такие подвиги делать, то, как говорится, покупайте специальные вот, средства химическое для удаления этого камня. Вот, и пользуйтесь. Ну а мы с вами загружаем эту машинку. Закрываем лючок. Значит, выставляем здесь. Так, выставляем градусов 60, я сделаю. Вот, на троечку. Здесь на 60. На 60 сила. Все. Отжим нам не надо ничего. И на ускоренный поставлю. Чтобы 60 градусов нам вполне. В принципе, и 40 хватает, чтобы камень отошел. Вот. Но мы сделаем 40 градусов. Вот. Пусть поработает. На ускорение поставим. Все. Запускаем машинку сейчас нашу. Воду я включил там. Так, все, вода пошла. Сейчас все будет крутиться и работать. Все, дорогие друзья, пользуйтесь нашим советом. Вот. До скорых встреч на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пальцы вверх.